Волнение и радость скрыть на лице невозможно. Константин Трофимов своего сына, первенца, сегодня видит и держит на руках впервые. Такое, признается, не забыть никогда. Вместе с тем, рождение малыша – это и немалые траты, рассказывают молодые родители. Коляску, кроватку, пару игрушек и ползунки уже приобрели заранее. Приятным подарком при выписке стал набор «Наше сокровище». Такие в Самарской области с начала года выдаются всем родителям первенцев по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Несомненно, подарок очень хороший, нам действительно понравился. Вещи достаточно нужные в первые дни для ребеночка особенно. И большая поддержка молодым семьям, которые обрели первенца. В наборе все самое необходимое в первые месяцы жизни младенца. Одежда и пеленки, средства гигиены, подгузники, фотоальбом и даже флеш-карта для хранения первых фотографий. Все самарского производства. Красочный контейнер из качественного пластика можно использовать как ящик для игрушек. Роды, вместе с тем, что это очень радостные события в семье, что это знаковые события в семье, тем не менее, это все сопряжено с большими затратами, поскольку, так сказать, даже такой маленький новорожденный ребенок требует определенных условий своего выращивания и так далее. Поэтому вот этот подарок, который вручается первобеременным женщинам Самарской области, я думаю, что является существенным подспорьем. Общая стоимость одного набора для новорожденного – 10 тысяч рублей. Если в семье рождается двойня или тройня, подарок дают каждому. Полагается он только жителям, зарегистрированным и проживающим в Самарской области. За этот год подобные наборы получили более 8300 малышей. Несмотря на то, что по оценкам экспертов сложившаяся экономическая ситуация оказалась сложнейшей в современной истории, в Самарской области не отказываются ни от одного из социальных обязательств. А в 2021 году расходы планируют увеличить. Ульфия Сафина, Константин Головин. События.